Ну а на столичном ипподроме сегодня традиционно проходят ежегодные скачки на пресс-президента. Это уже 14-й по счету турнир. На трибунах сотни зрителей. Приветствие участникам соревнований направил Владимир Путин, пожелав успехов наездникам и незабываемых впечатлений гостям. В их числе сегодня и моя коллега Тамара Нерсисян. Она на прямой связи со студией. Тамара, здравствуйте. Как мы видим, на московском ипподроме сегодня действует дресс-код. Все женщины в шляпах. Да, Денис, я приветствую. Ну, как мы знаем, скачки всегда считались развлечением высшей знати и предполагали определенный дресс-код. Это шляпки, перчатки, юбки ниже колен и платья для женщин, смокинги для мужчин. Этот дресс-код по сей день действует, и его должны соблюдать все, кто приходят на скачки, в том числе журналисты программы «Вести». Но о том, что здесь происходит, буквально несколько минут назад завершился главный забег сегодняшнего дня. Это скачка на приз президента Российской Федерации. Победителем стал конь по кличке Конор Лорд, который представляет администрацию Республики Абхазия. Впрочем, впереди еще немало интересных скачек. Например, скачка на приз в честь работников нефтяной и газовой промышленности или скачка на приз министра сельского хозяйства. С последним, к слову, нам удалось пообщаться. Я предлагаю вашему вниманию комментарий. Конный вид спорта – это наша история, наши традиции. Мы возрождаем это. И, кстати, подобное мероприятие, приз президента, во многом является стимулирующим фактором для возрождения конного вида спорта. Он серьезно очень популяризируется, и все больше и больше желающих увидеть, посмотреть, следят, участвуют в том или ином виде. Мне кажется, это здорово. Спасибо. На прямой связи с московского ипподрома была моя коллега Тамара Нерсисян.